Сучасна хореографія різнобічна, неочікувана, і подеколи вона може навіть вражати своїм змістом. Саме про таку хореографію будемо говорити сьогодні з гостем, який прийшов до нашої студії. Це Анатолій Ляскало, викладач сучасної хореографії, танцюрист і перформер. Дуже рада бачити вас сьогодні, Анатолій. Назай. І що ж з приводу хореографії? Насправді хореографія може бути різнобічною. Я знаю, що ви якось з дитинства ще танцювали, і все було інакше. Була класична хореографія, ви ставились до неї так, як це треба робити. Ви виконували всі ті елементи, які вам пропонували. І тут, якраз у дорослому житті, ви для себе обраєте зовсім новий шлях. Чому? Ну, хореография, как и другой, любой другой вид искусства, не стоит на месте. Да, появляются новые техники, новые подходы, новые видения может быть спектакля, перформанса, хореографического произведения. Все меняется. Зараз дуже модно, до речі, використовувати такі uh -huh. цікаві ідеї і втілювати їх у життя через хореографію. Uh -huh. І ми знаємо, що з'явилося зараз багато таких хореографів. Вони особистості вже uh -huh. їх бачать, їх знають, і вони можуть собі дозволити uh -huh. багато чого зробити на сцені і показати себе. Це такий uh -huh. собі свій вираз, uh -huh. але ж є і поціновувачі і є критики. Uh -huh. І саме про критики, от uh -huh. моє наступне питання: uh -huh. як критики сприймають, і чи чули ви в свій бік зауваження можливо, чи пропозиції? Ну, звісно, в тому форматі, в якому обычно проводились ті проєкти, в яких я приймала участие, вони завжди подразумевали діалог со зрителем после Да, то есть было какое-то вступительное слово про, что это, что будет происходить на сцене, если получалось, да, какая-то партитура, какая-то программка, да, чтобы у зрителя было какое-то ну, понимание, да, про да, счетцы. да, что, что же будет происходить на сцене, вот. И э, это очень важный компонент, вот э, само общение со зрителем, диалог в после, после спектакля. Да? То есть обычно, если это фестиваль, особенно или вечер импровизации, там, э, вечер перформанса. Э, вот, к примеру, два, три, там, возможно, четыре произведения было показано, да, четыре работы было показано, и в конце вечера просто все участники хореограф, режиссер, танцоры, музыканты, да, актеры, все усаживаются на край сцены и происходит диалог со зрителем. Ну, це дуже цікава така mm -hmm. варіація. Yeah. Насправді рідко можна її побачити mm -hmm. зараз, частіше і можливо, дехто із акторів використовує. Mm -hmm. І тут знаєте, як про акторів більше mm -hmm. говорять тоді, коли вони можуть собі дозволити таке mm -hmm. спілкування з глядачем. Mm -hmm. А для вас, як для хореографів, це теж, mm -hmm. мабуть, важливо знати Конечно. і відчути і той зворотній бік, який з mm -hmm. того боку, побачити, що ж думав глядач про. Що він uh -huh. говорить і на що він найбільше звертає увагу? Що тоді глядач може відчути, тоді, коли він вже після всього може поспілкуватися uh -huh. з виконавцем? Ну, в першу чергу, для чого це робиться? Щоб, і як для создателя, і для учасників можливість узнати, вийшло ли в какой-то донести ідею. почувствовал ли зритель какие-то эмоции и чувства, даже больше об этом идет речь. Нисколько в современной хореографии, да, перформансе мы говорим о каком-то донесении идеи, а больше о внутренних эмоциях и переживаниях человека. Здесь это, это выходит на первый план. И для меня всегда было ну, важным, если зритель, как бы, ну, мне удалось зрителя зацепить да, если зрителю удалось э, выйти вот за рамки э, своей какой-то обыденности, за рамки э, суеты, своих проблем и на какое-то мгновение, возможно, э, погрузиться в немного в другую атмосферу, да, вот э, в другую реальность, да, потому что на сцене создается в перформансе э, как бы такая параллельная реальность, да, такое волшебство и если у зрителя, мы, нам, как участникам, как создателям, да, удалось вовлечь зрителя в наше пространство, да, то это ну, дорогого стоит, скажем так, для... Вы же актора, мы есть mm -hmm. на цей промежуток часу, вы mm -hmm. не лише хореографы, расширились ваши возможности. Mm -hmm. усі хореографы mm -hmm. можуть могут быть театралами? Mm -hmm. А, ну, возможно, не, и не все, но здесь как бы в, в, в концепции перформанса, да, современного театра, физического театра, а, больше м, идет как бы речь не о классической игре актерской в ее понимании, а больше тоже в погружении в искренности, наверное, да, в проживании каких-то эмоций и чувств. Если человек на сцене искренний... Если он действительно ну, что-то переживает эмоции, чувства, да, а не просто изображает, что да, там, я там расстраиваюсь или я там удивляюсь. То есть э, это немного глубокий процесс. Я ни в коем случае не обесцениваю актерское мастерство как таковое. Да, а здесь просто акцент смещается на. Ну, я это называю искренностью, да, переживания внутренние, да, и э, вот Но... Виходить, що ви так віддаєтесь тому, що робите, mm -hmm. самі переживаєте це, mm -hmm. і глядач повинен відчути, зрозуміти, і, mm -hmm. можливо, теж переживати разом mm -hmm. з вами. Ну, він може це... відчути, може, а може, може не відчути. Звісно, він повинен побачити. Mm -hmm. Він же ж повинен все це зрозуміти, mm -hmm. і ви повинні все це донести. Ну, тобто, mm -hmm. виходить такий обмін. Глядач, да. це, це той виконавець, це хореограф, постановник, який mm -hmm. все це зробив, придумав. Mm -hmm. він повинен потрапити. Трапити uh -huh. в те, що потрібно. Бо uh -huh. зараз багато чого є. Чи завжди ви потрапляєте, чи завжди ви розумієте, що ви зробили саме те, що потрібно? Mm, хороший здесь, ну, ще раз повторюсь, нету конкретної задачі. Ага, от, примеру, получилось донести, не получилось донести. Здесь, мабуть. как бы получилось ли, чтобы человек действительно что-то почувствовал. Не сидел там эти там полчаса, час там, и думал, ага, там сейчас надо пойти домой, значит, мне приготовить там, ага, детей забрать, значит, здесь, это там. То есть, ну, вот, вот этот мыслительный процесс. А он, как бы его энергия, она э, идет на сцену, и мы как участники, мы это чувствуем, и это с, м, такой как бы энергообмен получается. Вот. Конечно, не всегда получается возможно донести какую-то идею, но э, в перформансе берется как бы такая вещь не очень конкретная, не частная, наверное, скорее всего, а какое-то, ну в словах это сложно как бы объяснить, ну, в, берется какое-то понятие общее, да, какое-то общее ощущение, ну, сочувствование, сопереживание, да, вот включается эмоциональный план больше, чем какой-то, хотя многие зрители приходят и пытаются, к примеру, так, ага, вот здесь, почему они стали так, почему пошли туда, значит это и это тоже хорошо, что значит его или ее, да, мыслительный процесс здесь и сейчас происходит и относительно того, что происходит на сцене, и это здорово. А вы залишаете частину для импровизации? Безусловно, всегда. То есть в основном перформанс это он может состоять как, ну, грубо говоря, из, там, из 10% импровизации, может, может из 100% импровизации. И были проекты совместные вот с моей партнершей Тамарой Максименко, да, мы проводили вечера импровизации, где у нас просто был, были как бы схемы были структуры это называется структуры то есть мы знали что сейчас внутри мы будем делать а как мы это будем делать что будет происходить то есть это неизвестно и в этом появляется такая жизненность да то есть как и в жизни очень сложно что-то предугадать спланировать есть вот этот фактор неопределенности и наверное ну такую идею скажу мою личную, что в современном обществе мало вот сейчас терпения к неопределенности, да. Все хотят знать, что будет происходить, а, что будет дальше, почему это, зачем, да. Нету вот а, этого пространства, когда ты действительно не знаешь, что что происходит, что это такое, правильно ли я понимаю, неправильно ли я понимаю, должен ли я это чувствовать или не должен это чувствовать. То есть все эти вопросы, если, если у зрителя возникают, значит он с, нами, он с нами в одном пространстве. И для него это как бы ну, неожиданность какая-то, и для нас. И получается все очень, сам спектакль получается очень искренним для меня, потому что он живой. Звичайно, він буде живим. Це да. ж імпровізація. Тут да. і зараз це все відбувається. От ви настільки впевнені, що ви можете собі дозволити таку імпровізацію, uh -huh. і тим більше, що вас дивляться, uh -huh. на вас прийшли подивитись, uh -huh. а ви влаштовуєте отаку імпровізацію. Uh -huh. І здається, з одного боку, що ну як же це так? Нічого не тренували, нічого не робили, вийшли, тут показали. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться, що є. Це, як би кажеться, на перший взгляд. естественно, репетиції присутствуют. На репетиціях що Мы делаем мы тоже импровизируем то есть мы пробуем эти структуры э, и происходит ну как бы в таком формате то есть каждая репетиция это э, ну как бы вступление момент вербальный словесный мы обговариваем в кругу э, что будет происходить что мы будем пробовать там записываем да, обозначаем вспоминаем затем мы это все пробуем. Да, и уже после того, как мы, ну, к примеру, порепетировали там полчаса, час, возможно, там десять минут, да конкретную сцену. Мы уже понимаем, что ага, вот это работает, это не работает. А здесь, к примеру, там можно упасть, а здесь можно, там, когда будут предметы, к примеру, грубо говоря, разбросаны на полу, то там можно подвернуть ногу, к примеру, это тоже надо подумать. А здесь кто-то будет мокрый вообще, то есть, а здесь будет скользко, а здесь зритель будет вот здесь, а тут будут бегать дети. То есть, ну, это не главные моменты, но те, которые о которых стоит думать, но больше как бы мы набрасываем да, такую я это называю конву, да, то есть саму структуру и мы анализируем, что работает. Естественно это работа с камерой, да, то есть мы записываем свою импровизацию на камеру. Я пересматриваю, если я не участвую, да, а выступаю только как хореограф, я пересматриваю это много раз дома и смотрю, ага, вот здесь это работает, здесь это не работает, да, то есть Здесь вот очень, очень прям сильно, а здесь вот бум там. енергетичні права. насправді це дуже добре, що є такі можливості у вас, і дуже часто кажуть, що на тренуваннях може вийти навіть краще ніж потім вийшло це все для глядачів. тому те, що ви записуєте, це якраз добре. Можна показати глядачеві, можливо, той вдалий варіант, який на ваш погляд вийшов. Так один з них можна сказати, що так. А з приводу невизначеності, ви її тренуєте, можна сказати, так, тобто, ви готові до будь-яких. Випадків у вашому житті, і ви так само готуєте глядача виходить до такої да. невизначеності. Да. В наш час це дуже потрібно. Да. І ми живемо кожного дня в невизначеності, не знаємо, що буде точно завтра. Да. Ніхто не готовий до тих випадків в житті, до тих ситуацій, uh -huh. та от навіть і коронавірус, і все решта, так. Ну тобто, все стається неочікувано. Тому треба готуватися. Uh -huh. <laughs> це, такий, це така от ідея. Якщо що вона вже спрацювала, mm -hmm. ця ідея у вас, у вашій постановці, то, можливо, потрібно буде перейти і до іншої, яка теж, можливо, нова ще для нас, mm -hmm. для всіх, але вона може спрацювати. Можливо, є якісь іще варіанти, які не заповнені у нашому суспільстві, але ви вже продумали. No. Незаповнених заповнених е якби, би если, ну, смотря, сматря ж этим падетім пані примірок звичайно, перформер. Так і все ну... а ви, як перформер, ви можете ці всі ніші заповнити і показати глядачеві. Ви можете донести. А є багато чого, але якраз ті виграють е угу. перформери, які показують угу. щось незвичне, угу. те чого раніше не було. Ну, для зрителя для тех кто не знаком с импровизацией, с им имп, физическим театром, с импроперформансом для них в принципе такой формат то есть э, э, необычные большинство зрителей ну как бы хотите верьте хотите нет, они сидят а потом, а потом когда им говорят в конце что вы видели импровизацию, многие просто не верят, ну как такое может быть. Це не може бути імпровізація, це, как бы, ну, вот прямо в музику, хоча музиканти з нами теж, це може бути імпровізація теж. І музиканти не знають. І ми не знаємо, що будуть грати, да, і вони не знають, що ми будемо танцювати. Да, там... Це дуже цікавий насправді підхід. Він да. новий такий. Бачите, а, і життя змінюється. Змінюється вже багато чого. Угу. Люди раніше були задоволені одним форматом, угу. тепер їм мало. Вони хочуть більшого, вони хочуть щось таке. Те, те, чого вони раніше не бачили, uh -huh. і потім наступний крок: це, мабуть, вони захочуть брати участь у тих, da. можливо, спектаклях, da. у тих варіантах хореографічних, uh -huh. які ви їм будете пропонувати. От я наостанок хотіла запитати вас, чи uh -huh. готові ви до того, що глядач захоче разом з вами поекспериментувати? Безусловно, если это подразумевается, если формат встречи, формат перформанса дает такую возможность, и у нас был такой опыт, когда мы, к примеру, давали задания да, там, зрителям, мы их выводили на сцену, мы начинали, к примеру, с того, что вот мы зрителей запускали по группам, и вот последний наш вечер импровизации да, был, да, мы, мы по группам запускали людей, и мы их вели в разные локации, да, это арт центр квартира. Спасибо им большое. Вот и в каждой группе были свои э, два перформера и был музыкант и была своя локация и было свое задание и э, зрители были присутствовали и они взаимодействовали был какой-то предмет был какая-то идея мы обыгрывали это да то есть первая группа э, они отправились там на кухню которая была заполнена книгами да то есть там были читали э, перформеры отрывки просто импровизированные из книг из любых да в другой там они были на лестнице, у них была там флейта, к примеру, там или скрипка, а они взаимодействовали там со свечами, да, и у них была другая задача, да. А третья группа мы им там давали фрукты, там было у нас в комнате э, главного э, директора центра, да, мы делали там с фруктами, мы их ели, мы их раздавали, мы танцевали на столе, переворачивались, то есть. А потом все эти три группы заводили в общее пространство. И они делились своим уже переживаниями, ну, они после так? делились. То есть они, mm -hmm. они как бы пришли, начиналась основная часть. Да, и у нас, к примеру, было тоже такой момент импровизации, что мы рассчитывали, к примеру, придет одно количество людей, а пришло там в два-три раза больше, и пространство, соответственно, стало тоже В два-в три рази більше. То есть, мы репетировали вот так, да, а, а оказалось вот так. І зритель, вот-вот, вот так. вот всі. Вот. Ну, це скажу... найголовніше, коли глядач да. дивиться і заглядає вам в очі, да. то це вже успіх. Це говорить mm -hmm. про те, що вам вдалося. Вдалося да. зробити так, щоб глядач прийшов іще до вас. Тому я вам бажаю великого да. успіху. Нехай Дякую. будуть проекти тільки вдалими. Да. Дякую. А, і дуже хочеться, щоб ви розвивалися, щоб ви придумували нові ідеї. І угу. щоб все вдавалося. дуже дякую. Ну що ж тоді будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Дивіться нас вже завтра, о 13.30. До побачення.